День России стал особым праздником для 26 мальчишек и девчонок из Волжского. 12 июня руководители города вручили им паспорта граждан страны. Далеко не каждый подросток удостаивается чести получить свой первый главный документ в столь торжественной обстановке. Ребята, которые были приглашены во Дворец культуры ВГС, являются отличниками учебы, показывают отличные результаты в спорте или искусстве. К примеру, Катя Ишанина надо мной успешно занимается танцами. Участвует во многих городских мероприятиях, спортивных, от школы. Очень часто ее просят участвовать. Поэтому ее, я думаю, пригласили участвовать здесь, на вручении торжества. Сами подростки тоже осознают всю важность момента. Действительно, получить свой первый главный документ в День России – такое событие запомнится на всю жизнь. Я стала взрослым человеком, поступила во взрослую жизнь. Для меня это очень хорошо. Это значит, что я стал уже гражданином России, что без меня уже как бы будет, без меня мало что может происходить теперь по закону. Но я очень рад, что у меня теперь паспорт есть. Все, я гражданин России. Вступлением в новую жизнь ребят поздравили руководители Волжского. Получение паспорта означает не только возможность пользоваться широкими правами гражданина страны, но и налагает определенную ответственность, подчеркнул спикер городской думы Евгений Пыльнев. Ребята, сегодня вы получите паспорт. Вы полноправно станете гражданином России. А понимаете, что быть гражданином России – это брать на себя определенную ответственность. И в этот день мне хотелось бы вам пожелать человеческого счастья, мудрости. То, что у вас есть в голове, какие-то планы, какие-то мечты, чтобы они у вас воплощались в жизнь. Ведь вы – это наше будущее. Всего в День России паспорта граждан страны получили около 10 тысяч подростков Волгоградской области.